снова я, Лиза, и сегодня я снимаю вам видео. Я недавно зашла на свой канал и увидела, что видео, где я рассказывала и комментировала свои видео, где я маленькая, там мне 8 лет, 9 лет, оно набрало 100 тысяч просмотров, и я поняла, что видео пользуется довольно-таки большой популярностью, и решила, почему бы не снять вторую часть Epic 2. Итак, первое видео называется «Для него». Это видео, где я пою песню «Титаниум», не помню, кто поет, ремикс Дэвида Гетты. Вот. В этот момент, когда я снимала это видео, буквально за 2-3 дня, как я его снимала, я сломала себе руку правую. Как это было, получилось? Я упала с качели, в общем, я себе раскромсала все лицо к чертям собачьим. У меня сейчас вы на видео увидите, тут такие огромные два шрама с кровью, на руке вот тут два шрама с кровью и такая сломанная рука. И я при этом пою любовную песню, это просто дабл фейспалм. Скромняшка такая. У меня сломанная рука, но мне Вы заметили, да, покоцанную руку? Кто заметил, лайк. Итак, следующее видео — это то видео, где мы поем втроем, я и две мои подруги, которые до сих пор живут в моем доме. Аня — это та девочка, с которой я снимала пару дней, ну, пару видео назад. Было с ней видео, в общем, где мы с ней типа в наушниках угадывали, ну, как бы пели песню в замедленном действии. Короче, вы помните, Аня. И тут мне просто нравится мой лук. Это просто, знаете, Валентин Юдашкин нервно курит в сторонке и думает: твою мать, что она делает в этой жизни не так? Еще одно, почему Лиза, девочка, которая с убранными, с забранными волосами, она смеется, мы не могли снять нормальный дубль из-за нее, потому что она постоянно смотрела на свои ноги, и ей было смешно, как ее пальцы выглядят в колготках. Походу, я стать захотела в этом моменте. Розы темные, а внутри у него письма запоздалые. Почему мы поем вообще не в такт? Почему там Лоя спела письма запоздалые уже 5 секунд назад, и мы письма запоздалые? Просто отвратительно. Пожалуйста, давайте к следующему видео. Итак, а теперь самый клевый брейкданс в мире. Такого вы еще не видели онлайн, без смс и без регистрации.
insurgencymusic.com. Insurgencymusic.com. Straight motherfucking ballin'. Part two, still ballin'. Corrupt up in this motherfucker. Westside. Ever since a nigga was a seed, only came promise to me was the penitentiary. Still ballin', riding on these niggas cause they lay in a 6-1 Chevy, still heavy in this game. Can you feel me? Blame it on my mama, I'm a thug nigga. Before the sun rises, we get in the drug dealers, tell me if it's up. Так вот почему мне соседи долбят в потолок уже 3 года. Мне надо быть учителем современного танца. Так, теперь видео, в котором мы с Ксюшей года 2 назад поздравляли наших девочек из нашего класса с 8 марта. Что такая песня грустная? Это же праздник вообще-то, это же тебе не это. То есть это видео. Это же не смерть айфона. Вот когда я похоронила свой айфон, тогда была смерть айфона. Ладно, короче, заново. Привет. Нет, зачем заново? Так вот, что мы вот под это унылое говно снимали поздравление. Девчонки, с 8 марта вас! У меня умерла кошка! Я не могу жить! Сука! Нельзя так снимать видео под такую музыку, понятно? Все, нельзя так снимать видео под такую музыку, понятно? Итак, сейчас вот просто я вам покажу такое шикарное видео. Это просто эксклюзившн. Видео я с Аграновскими, Аней и Олей сижу и пью чай. Как бы все бы ничего, но послушайте мой голос. Ну ладно, спасибо. Не надоело торт! Ты не в роли. Но не очень. Я порадовала упаковкой. Да, не очень. Острый зад. Сглазала. Блин, так ржачно. Я была очень тупая. Ну, в принципе, как бы, я сейчас такая же, но... И с тех пор не изменилось ничего. Я снимаю то же самое, с тем же смыслом, только видео стали более профессионального уровня. В общем, это были все видео, которые хотела вам сегодня показать. Все, ждите, я буду сейчас делать уроки, потому что воскресенье, твою мать! Вот. Всем спасибо и всем пока.